чем дело? Ты можешь сварить для меня суп? Нет, ничего проще. Вот, держи тарелку. Попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть ее человеку, если зверь вернется. В чем дело? Опять ты сделал это. Покажи мне свои товары. Но свет был пыткой для Белиа. И все, что создал Иннос, было Белиаром уничтожено. Убери оружие, умный мальчик. Адонос понял, что так не будет существовать ничего. Ни света и ни тьмы. И он решил встать между двумя братьями, чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего не вышло. Но там, где стоял Адонос, находилось место, где ни у Иноса, ни у Белиара не было силы. В этом месте порядок и хаос были равны. И так было создано. Убери оружие! Эй, ты не такой тупой, как кажешься.
И как я это сделаю?
Thank you.
Из этого не выйдет ничего хорошего.
Мне нужно кое-что. Заплатить. Ему стоило лучше подумать.
Эй, ты! Как продвигаются твои исследования? У врага много обликов. Какой из них представляет наибольшую опасность для монастыря, чрезвычайно трудно определить. Обучи меня. Эй, ты! Обучи меня. Тебе нужно больше, чем я в состоянии научить тебя. Обучи меня. Да защитит тебя Инос. Эй, ты! Покажи мне свои товары. Черт, в чем дело? Мне нужно кое-что.
могу помочь. Я не верю, что это что-то изменит. Ему стоило подумать об этом заранее. Я теперь даже не знаю, кому верить. В чем дело? Ты можешь сварить для меня суп? Нет ничего проще. Вот, держи тарелку. Тебе нечего здесь делать! Тебе нечего здесь делать! Эй, ты не такой тупой, как кажешься! Это было так, как ты сказал. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Я теперь даже не знаю, кому верить. Черт, что тебе нужно? Покажи мне свои товары.
теперь даже не знаю, кому верить. В чем дело? Опять ты. Я что-то... Покажи мне свои товары. Я видела это сама. Я что-то слышал об этом. Если бы я не видел это собственными глазами... Почему они не слушают меня? Все об этом... Не говори, что ты не знал этого. Он узнал это не от меня. Правда? Как интересно. Я не знаю, где его так отделали. Как это типично для него, правда? Я что-то слышал об этом.
Мне нужно кое-что. Он сам бы никогда не додумался. Обучи меня. Так может продолжаться вечно. Не говори, что ты не знал этого. Да защитит тебя Инес. Все слухи. Никто ничему не учится у меня. Я так и сказал. Кто-то должен заплатить за это. Ему стоило лучше подумать. Я полностью с тобой согласен. Никто не смеет нарушать божественный порядок. Он слушал не тех людей. Я так и сказал. Правосудие восторжествует. Если он этого не видит, я ничем. Будут разные слова. Ты действительно веришь в это? Ему стоило лучше подумать. Это не мои проблемы. Никогда бы не подумал. Это не новость.
может угодить всем. Этого я тебе сказать не могу. Он почти не отдыхает. Так может продолжаться вечность. Он почти не отдыхает. Лучше не говори, не надо. Ему нельзя доверять. Я не знаю, где за твои вещички я дам тебе 50 золотых монет. Я не верю в это. Хорошо. Продано. Мы заключили несколько хороших сделок сегодня. Лучше не приходи ко мне до завтра. Это может вызвать подозрения, понимаешь? Как это типично для него, правда? Рано или поздно это должно было случиться. Кто-то должен делать это. Не могу поверить в это. Ладно, не говори мне об этом. Какая бесплатная. Кто это сказал? Первый раз слышу об этом. Ты хочешь сказать? Ему нельзя доверять. Это все сплетни. Я не верю в это. Не говори, что ты не знал. Ему не верю. С этим уже ничего не поделал. Это не удивляет. Это не мои проблемы. Я что-то слышал об этом. За Инноса! Это давно известно. Но он настаивал, что... Я что-то слышал. Это было всегда. Нам остается... Это давно известно. Первый раз. Это добро. У меня. Я слышал другое. Но Инос видел, что сделал. Нам остается только он ждать. Он тоже спустился на землю и выбрал человека. Знаешь, кому верить. И Инос заговорил с ним. Говори, что ты не и человек. Эй, ты! Опять ты. И Инос дал ему часть... Покажи мне свои товары. Чтобы тот мог противостоять деяниям Белиа. С этим уже ничего не решено. И Белиа заговорил еще с одним существом. Но Аданос послал прилив. И это существо было смыто с лица земли. Но вместе с ним были смыты и деревья, и животные. И глубокая печаль охватила Аданоса. И заговорил Аданос со своими братьями. Никогда больше не должны выступать на мою землю. Она священна. Да будет так. Но человек и зверь начали войну на земле Аданоса. И гнев богов был с ними. И человек убил зверя и вошел в царство Белиара. Но Аданос увидел, что порядок и хаос теперь не равны, и предложил Иносу лишить человека. Не нужно верить всему, что говорят. Ты действительно веришь в это? Первый раз слышу об этом. Это плохой бизнес. Я даже не знал об этом. Он не заслужил этого. Он слушал меня. Не говори об этом никому. Он не может угодить всем. Он почти не отдыхает. Но это ужасно. Путь добродетели труден и тернист. Я теперь даже не знаю, кому верить. Иди туда, сделай это.
сам так решил. Он не заслужил этого. Ему стоило подумать об этом заранее. Слишком много болтает.